gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo, take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. Angry Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Да, если ваше детство прошло в 80-х или еще лучше в 90-х, то вы регулярно бегали проверять, не сунули ли в почтовый ящик свеженький игровой журнал. А их было дофига. Внутри у них была всякая крутота. Анонсы грядущих игр или новых консолей, прохождения, коды и обзоры. Когда-то я делал выпуск про Nintendo Power. Теперь пришло время поговорить об остальных журналах. Какие-то из них писали о брендах и консолях, например, Atari Age. Другие, что привычнее, об играх, например, Gaming Pro или Electronic Gaming Monthly. В новом тысячелетии появились журналы о ретро-играх, например, Video Game Collector. Ха, гляньте на эту рожу. Ну и задрот. Сегодня любую необходимую информацию об играх можно найти в интернете. Прохождение, читы, обзоры, анонсы, что угодно. Но в те времена, если хотели узнать, сосет ли игра, или как найти секретку, или код вести на бесконечные жизни, нужно было дождаться, пока не выйдет что-нибудь из этого, что случалось раз в месяц. Что ж, начнем с самого старого из моей коллекции. Atari Age. Этот журнал был бесплатным приложением к Atari Club. Бесплатным и коротким, каждый выпуск толщиной по страниц 15. Печатались они в Филадельфии. В них обычно не писали, отстой новая игра или нет. Просто запихивали побольше кадров из игр, которые еще только выйдут, и добавляли парочку статей. Понятное дело, это же был официальный журнал Atari, чего еще было ждать? Nintendo Power тоже так делали. Помните про игру «Назад в будущее»? Там написали, в ней определенно чувствуется почерк LJN. В первом выпуске Atari Age есть вот это вот ужасное интервью, аж самим Пакменом. И, естественно, оно прямо пестрит шуточками про колобков. Вот, например, Пакмен говорит: «Я получил полное всестороннее образование». Да. Или: «В школе я занимался в драмкружке и даже играл в спектакле «Человек из Ламучни». А в колледже я играл еще чаще, в основном в театрах с круглой сценой». А, да блин! О, этот выпуск я особенно люблю, тут ET на обложке. Могли бы вместо этой картинки просто написать «Конец близок». А еще в этом журнале попадались крутые статейки из серии «Сделай сам», где рассказывалось, как можно починить джойстик или сделать новый под левую руку. Короче, норм журнал на досуге почитать. Особенно на толчке. Позже, с приходом на рынок Nintendo и Sega, появились и другие журналы, тематика которых была шире. Да и статьи в них были не такие поверхностные. Вот, например, Game Players Magazine, Video Games and Computer Entertainment, хороший, кстати, Game Pro и Electronic Gaming Monthly. Game Players сначала назывался Game Players Strategy Guide to Nintendo Games. По сути, это тот же Nintendo Power, только неофициальный, качество, понятно, и рядом не валялось. Посмотрите на эти скриншоты! Не, я понимаю, тогда заснять игровой процесс было намного сложнее, чем сейчас, но что это за говно?! Как будто экран сняли на полароид, а потом снимок отксерили раз так 50. А обложкой тут обычно служит обложка игры, которая стала темой номера. А иногда это просто сумбурные коллажи. Вот, например. Да это же просто мешанина из видеоигровых клише, которую шлепнули на обложку. И вот типа, какая это игра? Так, чувак похож на смесь Реда Спенсера из Bionic Commando и Мэттью МакКонахи. Рука пацана зачем-то спряталась за плечом мужика. Этот скейтер, походу, тоже не знает, что происходит, как и я. А вот это, наверное, худшая обложка из всех, что я видел. Супер Марио 3. Видимо. Я вообще не понимаю, на что я смотрю. Что это? Это что, похоже на паскальное яйцо мутант или типа того? Срань господня, да они же даже не старались. Тут в углу, наверное, должен был быть Марио, только кто-то хорошенько так высморкался на рисунок. Понять, что эта обложка посвящена игре про Марио, можно только вот по этим словам. А вот если б я читать не умел, я бы хрен понял тогда, что это вообще такое. Вы бы тоже никогда не поняли. Я бы сидел и пытался вкурить... Что это за лужа обоссанной блевотины тут нарисована? Но что прямо-таки разрывает мне жопу, так это невъебенное количество рекламы. Вот эта реклама с номером 1900 встретилась мне трижды за один выпуск. Гляньте на эту рожу. Да, смейся пока можешь, чувак. Твой папаша на такое говно и зайдет, увидев счет за телефон на 500 сраных баксов. Не, серьезно, да тут реклама через страницу вставлена. Смотрите, реклама. 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 Реклама!
Смотрите, эта фотка горелого тоста такая большая, что даже на страницу не влезла. Я не въезжаю. Просто не въезжаю. А самое печальное в том, что на большинство игр из здешней рекламы я делал обзор. Вот Highlight, Super Highlight, Street Fighter 2010, Серебряный Серфер, Simon's Quest на Tiger Electronics, Ninja Gaiden для Tiger Electronics, Kid Cool, Power Glow и даже Bugs Bunny Crazy Castle. Но чаще всего в этом журнале мне попадалась реклама хуёвых джойстиков. Её просто дохрена. Хуёвые джойстики, хуёвые джойстики, хуёвые джойстики, повсюду. Я не понимаю, вот скажите, разве стандартный контроллер был чем-то плох? Вот, смотрите-ка, U-Force. Джойстики — это прошлый век? Надеюсь, что нет. Вы же сами набили журнал рекламой джойстиков. Они так хотели приблизить момент своего банкротства. Ну и понятно, все эти джойстики — невероятное говнище. Эти вот джойстики я называю контроллер хуёвого друга. Потому что только очень хуёвый друг мог заставить вас играть на таком. А еще, и это охрененно, тут полно рекламы всякого ненужного говна. Вот, например, игровые перчатки. По сути, это перчатки без пальцев, закрыт только большой. Представьте себе, каково это, прийти к другу поиграть в этих кислотно-розовых перчатках с Бэтменом. Разве держать контроллер было настолько тяжело и больно, что для этого требовалось защитное снаряжение? О, это еще не самое страшное. Вот, представляю вам Thumbmaster. По сути, это такой фиолетовый смягчающий презерватив для большого пальца. Предотвращает появление боли в пальце от нажатия кнопок. У вас когда-нибудь палец от джойстика болел? Знаете, для таких игр, где нужно долбить по кнопке типа Серебряного Серфера, лучше использовать турбоконтроллер, ваш палец вам еще спасибо скажет. Спасибо! Да, эти чуваки точно понимали, как сделать хорошую рекламу. Тут чувак получает по шарам. Зачем? Зачем так делать? Это настоящая реклама. И он пинает чувака по шарам. А вот тут написано. Мы взяли самую отборную дрянь на ТВ и сделали из нее... Сделали из нее отличную игру. Ну да, стопудово. А вот реклама подсветки для геймбоя. Тут самое странное, что ребенок едет в багажнике машины и никак не пристегнут. А потом началось полное безумие. Рисованных людей заменили настоящими. Жизнь этого ребенка подвергли опасности только ради того, чтобы продать нам сраную подсветку. О, смотрите. Реклама линейки говноаксессуаров для геймбой от STD. Забавно, что слово «удобный» взято в кавычки. Они знали, что нагло нам пиздят. Кстати, о пёздах. Среди этих рекламных вставок попадались и совсем даже не детские. Вот, смотрите. В «Машем по шарам», «Монстер Боун», «Спереди у них слабое место», «Размер имеет значение» и, конечно, «Сега Член». PSM так вообще сделали спецвыпуск про купальники в играх. О чем они думали? Качество статей прыгает в пределах от «полезно» и «интересно» до «полный идиотизм». Самое крутое, что тут было, это, конечно, прохождение. Вот, например, для этой статьи вручную были перерисованы все уровни Super Mario Land для Game Boy. Круто же! А вот прохождение Robocop 2 для NES. Блин, вот бы мне оно в том году на глаза попалось. А то из-за этой игры я захотел, чтобы Robocop отстрелил мне член. А вот письмо от паренька, сестру которого звали Дальсим. Он даже прислал в редакцию свидетельство о рождении в качестве доказательства. Надеюсь, это была копия. Вот статья об играх по «Один дома», где, кроме всего прочего, говорится о сиквеле и о феномене фильма «Один дома». Ну да, феномен, ага. Узнаете этого мальчишку? Он сейчас работает доставщиком пиццы. Важной частью таких журналов всегда были рецензии. Они давали детям понять, какую игру можно купить, а какой следует избегать, как чумы. Но иногда их система оценок давала сбои. Вот, например, Contra 3, бессмертная классика. Один из лучших сайд-скроллер-шутеров на NES, а ей поставили... семерки. А теперь зацените такое говно. Терминатор 2 для NES, говнище ебаное, получил от этого журнала 8, 9, 7 и еще раз 8? Стебетесь вы что ли? Терминатор 2 на NES получил оценки выше, чем у Contra 3? Это ж, блин, как сказать, я тут на днях попробовал мороженое со вкусом говнеца. Тянет на 10 из 10. Вкусное. Правда. И это не единственный раз, когда они втирали нам дичь. Вот обзор на Double Dragon 3. В ячейке «Интересность» стоит отметка «Идеально». Да не. Да ладно. Авторы вставили в статью скриншот с опечаткой про Бимми и Джимми. Ладно, хоть подписали потом правильно. Верьте или нет, но свой журнал был даже у Amiga CD32. Самое веселое, что он много месяцев выходил уже после того, как производство консоли закрыли. О, смотрите! Глуму поставили 92 из 100. Моя CD32, слава богу, приспокойненько горит себе в аду, где ей самое место.
Да, сколько воспоминаний. И так забавно читать это теперь, когда технологии скакнули так далеко вперед. В этих журналах, как о настоящем техническом чуде, говорится о лазерных компакт-дисках, виртуальной реальности и новых типах контроллеров. А Sega — говноактиватор. Блин. Да лучше бы этот чувак все эти бабки Киту и Пикари отдал. Ко многим из этих журналов в качестве приложения шли дискеты или диски с демками. В апрельские выпуски GamePro вставлял пародийный раздел Lame Pro. Весело было читать про жабу Бубоника и его друга Улитку. Да, шутки были тупые, но тогда нас просто забавлял сам факт того, что работники игровой индустрии стебут игры. А вот портрет идеального геймера. Блин, а тут все серьезно. Мой Nintendo костюм по сравнению с этим как наряд на Хэллоуин. А вот топ-4 самых красивых девчонок в видеоиграх. Ну и для девочек топ-4 самых красивых парней в играх. Рисунки тут всегда были очень клевыми. Ну ладно, не всегда, иногда. О, смотрите, пацан крутит сюрикен и дергает йо-йо на глазах у скелета, который ему вот-вот кишки выпустит. А зацените вот эту картинку. Это Годзилла и типа Кинг-Конг. И они оба чё-то какие-то блестящие все. Что происходит тут, я без понятия. Просто жесть какая-то. А еще художникам почему-то всегда было трудно нормально нарисовать Линка. Вот он на обложке Nintendo Strategies. Ну я думаю, что это он. А здесь он больше похож не на героя, а на злодея. Он жуткий. А Зельда тут просто проводит время с Аганимом. И, похоже, даже не хочет, чтобы ее спасали. Возможно, она вообще напугана злобной рожей Линка. Тут получилось неплохо, только Линк чё-то какой-то уж больно злой. А это скорее Тим Аллен, играющий Линка. А вот страничка с фанартом. Бывают рисунки прям офигенные. Зато остальные, сами видите... полное говно. Я знаю, так говорить нельзя, ведь это рисовал маленький ребенок. С другой стороны, он давно вырос, так что как-нибудь переживет. Рисунок говно. Листать эти журналы — это как вскрыть капсулу времени. В любом случае, будет приятно. Итак, закончим выпуск, составив топ-5. Задрот представляет топ-5 штук в стиле 90-х из игровых журналов. 5-е место. Crime Wave. Вы только посмотрите на это! Ну то есть гляньте! Один чувак орёт, другой чувак стоит в крутых очках, а вон девчонка с лицом, я сейчас засну. Ой, чё, Дэн из Street Fighter Alpha? А вон чувак, надетый козырьком назад бейсболки и пижаме, держит автомат. А на полу чего только нет. Бабки, пушки, пули и... кокаин? Ага, в тексте есть что-то про наркоту, значит, это кокаин. В игровом журнале. 4-е место. Вот это вот банда! Тут и крутая бабуля-байкерша, и задрот в бабочке, и пацан весь из себя геймер. А рядом с ним стоят крутой панк с ирокезом и девчонка с лицом звезды телесериалов. Еще внизу сидит бульдог в таких же очках, как у пацана, и все это реклама! Пикшенари. Да, именно. 3-е место. Реклама игры Socks the Cat, Rocks the Hill. Билл Клинтон играет на саксофоне, из которого вылезает кот Сакс и зловеще улыбается. Какого хрена? И чё, реально была такая игра? Это ж, сука, 90-е некуда. 2-е место. Вау! Вау! Посмотрите на этого чувака, он орёт «Жопа!» Посмотрите, он летит через галактики, рассекая своим серфом пустоту космоса. В крутых очках, на коленниках и... игрой от Тайгер в руках. Да, 90-е, сучка. Ну и, наконец, 1-е место. Вот такой вот невероятно, блядь, крутой причесон. Спереди ты весь такой деловой, а сзади тусовщик. Эта прическа стала символом того десятилетия. Хочешь выглядеть как крутой засранец, который играет в крутые игры и литрами пьет колу, а по ящику смотрит только MTV? Тогда подстригись под 10-90. Спереди оставь 10% волос, а сзади 90. Вот, посмотрите на этого не въебаться крутого перца, уж он-то точно сечет в играх. Да, охуеть. Озвучил псих, перевел Ленат. Спасибо за просмотр, всего хорошего. Посмотрите оригинал, посмотрите ссылки в описании, все, что там в конце, и все такое. Все, что сейчас на экране, тоже посмотрите. Всего хорошего, пока-пока.